Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. 36 монет. Кстати, мы с тобой можем в магазине кое-что приобрести. Так, открываем колоду. Здесь нам выпадает Бакстер-муха навозный. Я этому почему-то не удивлен, но меня интересует немножко другое. Так, здесь мы с тобой ничего приобрести не можем. А вот здесь, да-да, друзья мои, здесь мы с вами приобретаем 3 ДНК на Донателло оригинал. Итого у нас 90 ДНК из 100. То есть нам еще 10 ДНК, и мы с тобой сможем его прапать. Шикарно, я считаю, да? Так, задания какие-то у нас выполнены. Это мы с тобой открыли колоду. И плюс я сделал еще серию испытаний уже заранее. Так, забираем с тобой ревард. Значит, нужно нам еще подраться. Вот что нам говорят. Ну, естественно, будем прокачивать дальше нашего Шреддера. Так, где он у нас? Вот он, красавчик. Давай посмотрим, что у него по навыкам. И нам нужно до 5-й ступени раскачать, да? Кошки. 4 штучки нужно нам с тобой найти. Вот этих вот кошек. Это будет очень тяжело. Хотя, одну уже нашли. Так, еще, получается, нужно 3. Уже 2. Так, 2. Ну давай, давай, не скупись. Последнюю кошечку давайте. И будет все тип-топ. Нет, не хотят. Опять не хотят. Эй, завязывайте, вот она. Так, друзья мои, кошки мы с вами нашли. Так, что же нам еще надо? 5 вот таких вот очков. Угу. Где тут больше шансов, как думаешь? Может быть, на Леонардо поискать, а? Пицца есть, ну а почему бы и нет. Давай попробуем. Так, давай еще разок. Вот. Одни очки мы с тобой уже нашли. Давай еще одни. Нет, нам достаются какие-то никчемные учебники. А здесь опять учебники. И, как говорится, пошло-поехало, да? То учебники, то мутаген. В общем, все. А, вот, выпало. Но мы с тобой уже выполнили задание. Так что, друзья мои, уже как-нибудь в следующий раз. 3 очка нам нужно. И плюс, блин, 14 вот этих вот шляп с баночками пива. Ладно. Так, что нам надо? Нам надо забрать с тобой награды и поднять уровень персонажа. Но так как у нас мутагена мало, мы пойдем для начала сходим на турнирную арену. Так, в данный момент я нахожусь в Лиге Мастеров 2 звезды. Ранг у меня 17. Погоди-ка секунду, я кое-что хочу глянуть. У нас испытания с тобой новые доступны или нет? Нет, еще 15 часов. То есть это будет у нас завтра только доступно. Пойдем с тобой на Усаги. И еще вот у нас платиновое испытание техника. Посмотрим. Значит, я могу спокойно здесь кое-что сделать, да? Погоди-ка. Ёлки-палки, я совсем забыл, что у меня эпизод 8 не выполнен. Это хорошо, что я сюда зашел глянуть, друзья мои. Нифига себе. Вот это мы тут с тобой фокусы вытворяем. Как думаешь, если я возьму сюда Донателло и Железноголового, мы сможем пройти? Конечно, я не спорю, риск очень большой. Но я все-таки рискну. Была, как говорится, не была. Блин, надо же, я совсем забыл. И вы мне не напомнили, что я не прошел последнее испытание. Как же так, ребята, а? Ай-яй-яй. Ладно, я старый, невнимательный, но вы-то, вы же помните, что я там брыкался, дергался и не прошел. Я же еще говорил вам, ребят, напомните мне. Ай-яй-яй, ладно. Хорошо, что вспомнил все-таки. Так, ребят, что-то мне не нравится наш Донателло тут. Совсем хандрит. И Железноголовый тоже хандрит. Давай, наверное, мы с собой подлечим тут немножко их, да? И что? Блин, они все в доспехах, представляешь? Все. Значит, нужно снимать броню с них. Это во-первых. Давай вот так вот сделаем массовую атаку. Так, и еще одну массовую атаку, чтобы всем снять броню. Так, смотри, что делать, а? Кусаются. Минус еще один маузер. Тут 4 волны. Так, поехали. Чтобы нам... Ну, вертушку, я думаю, не стоит здесь тратить. Я думаю, своими силами здесь справимся. Так, минус. И последний маузер у нас тут с тобой остался. Мы его сейчас... Ать, победили. Ну что же, переходим с тобой
на следующую волну. Здесь, как видишь, у нас клан футовцы. Я хочу поставить себе дополнительную защиту. Ну и будем потихоньку уже бомбить. Естественно, супер удар я оставлю на потом. Так, что у нас тут выходит? Да хорош тут кричать. Давай, Рафик. Нормуль. Они сейчас довыпендриваются. Каждый получит по заслугам. Опа. Ага, он взял провокацию на себя. Он взял на себя провокацию, поэтому Донни, добивай его. Отлично. Так, минус Маузер. Опять этот кричит, Рафаэль, врежь ему. Так, ну что, пора их, наверное, тут всех добивать уже. А, не получилось, а сейчас? Отлично. И Маузера отправляем к праотцам. Ну что, ребята, третья волна у нас здесь с тобой. И тут вся коллекция оригиналов. Начну-ка я, пожалуй, наверное, с Леонардо. Я не хочу, чтобы он здесь взял провокацию. Возьмем еще с тобой здесь уклоняшку. Так, бомбочку бросим. Может, поджечь его? Я не знаю, что еще тут сделать. Так, бросает бомбочку Майки. Мы ему сдачу даем. А теперь, слушай, вертушку, а стоит ли? А, у нас там потом босс будет, ребята, точно. Там же будет гигантский Маузер. Все-все, я вспомнил. Ладушки. Так, у нас с тобой хилки есть. Думаю, как-нибудь справимся. Он промахнулся. Ребята, Рафаэль промахнулся. Так, усиляем нашу команду. И понеслась. Блин, зря тут контратака. Ай-яй-яй. Этот иммунитет еще вешает на себя. Офигенно. Ладно, давай-ка проникающий сделаем. Вот так вот. Сюрики. Сюрики нам здесь не понадобятся. Так, сняли броню. Сейчас мы их закромсаем. Никуда они от нас не уйдут. Ну что, Микеланджело? Оу, ты хорош так шутить. Сильно ударил, тут ничего не скажешь, да? Почему промахиваемся? Если он в инвизе, это не говорит о том, что мы его не можем побить. Да ладно, железноголовый, ну куда ж ты? Так, тихо, сильный удар, ребята, кому? Опа. Слушай, вот это вот плохо, ребята. Маузер сейчас 100% переключится именно... Я так и думал, сейчас будет кусать. Ладно, хиляемся, ребята. И поехали. Короче, берем с тобой провокацию. Далее, поехала вертушка. Ага, шлепнули. Так, Рафаэль, давай, ответочка. Молодец, красавчик, сюрики. Мимо. Ракеты, неужели тоже мимо? Нет, попали. Так, теперь нунчаками. Двойная атака. И проникающие, должны добить. В плане мимо. В плане мимо сейчас было. Эй, ты чё? Какое мимо, блин? Нет, ну он совсем припух. Этот Маузер, ты посмотри. Ну... Как будто, а? Есть. Ребята, Донателло его ушатал. Ничего себе, я с ним тут попыхтел. Да, один из долгих, так сказать, боссов. Ну что же, ребята, мы прошли. И вот я хотел как раз здесь немножечко пофармить. Во-первых, мы с тобой получаем Леонардо оригинал. Вот так. И теперь, как говорится, можно потратить весь сыр. Ну-ка. Рафаэль оригинал, шикарно. Дальше. Три осколка, это ерунда. Блин, ну хорош. Блин, какой-то камень Талика. Ну, сколько там еще? О, Леонардо оригинал, уже лучше. Так, ребят, последняя попытка. Блин, или все-таки сюда переключить? Нет, нет. Мы можем с тобой вот здесь вот. Прикинь, сейчас Майки выпадет. А вдруг не выпадет? Че, рискнем? Рискнем, ребят. 7 серебряных осколков. Блин, ну не повезло, ребят. Ну, что я поделаю. Это рандом, понимаешь, рандом. Ладно, мы с тобой идем на турнир. Мы с тобой, я уже говорил, в Лиге Мастеров 17 ранг. Естественно, надо подниматься. И возьмем с тобой Джареда. Здесь Джаред, ну, Роквелл, да, Роквелл. Псих, конечно, но мы его сейчас, ребят, немножко заткнем.
Вот таких я... Погоди-ка. Вот таких я, говорю, взял, ага. Я же помню, что здесь есть риск. Риск заключается в чем? Если мы с тобой промахиваемся у саги в плане постепенного урона, тут блинхан. Ё-моё. Ну-ка, Усаги, сделай-ка доброе дело. Как ты это умеешь делать? Шваркни сразу же. Ну, годится. Годится, ребята. Постепеночка висит, не на всех, но Леонардо здесь нам по... В плане. Тихо-тихо-тихо, Донателло, успокойся. Обалдеть. Блин, вот нельзя такие ошибки, ребята, допускать. Вот как вот Донателло вот умудряется выживать? У него мало всего жизни было, и он умудрился выжить после двух, извини меня, массовых смертельных атак. Просто парадокс какой-то. Так, ну а мы с тобой на первое место приземлились. Ну, это, конечно, не вердикт. Мы с тобой будем продолжать дальше. Ух ты, это кто там такой маленький? Мышонок, что ли, какой-то? Хомячок? Непонятно, да? Ну, давай тогда возьмем Роцио Маргарита. Ну что, Лео и Усаги, вы так легко не отделаетесь. Будете сегодня отрабатывать у меня по полной программе. До тех пор, пока мы с тобой не заберемся в топчик 1. Хватит уже тут, как говорится, сопли жевать, будем в топчик вырываться. Верно я говорю, друзья мои? Именно. Пора получать высшие награды. Так, постепенка абсолютно на всех легла. Это уже 100% победа. Вот и все. Он хотел там, видимо, брыкнуться, Бибоп, но ты видел, что произошло. Постепенный урон его добил. Ну что же, мы двигаемся с тобой далее. Сейчас где-то будет, наверное, 85-я позиция у нас. В плане. Почему 98-я? Всего 3 ступеньки перепрыгнул. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я не пойму. Офигеть, блин. Да, ребята, заговор тут против меня идет. Явно. Ладно, давай возьмем Лео, возьмем Усаги. Раз, два. Раз, два. И, наверное, тигриный коготь. Я думаю, что здесь от него будет больше толку. Он может, мало того, что он массово бомбит, он еще может снять броню. Ну-ка. Естественно, основная сила у меня уходит именно на Усаги. Оу. Тут ты что-то Усаги кисло. Кисло бомбанул. Будем честны. Так, ну эти отдупляться в любом случае. Не тигр, если бы их подбить смог, то они бы сами от постепенного урона отдуплились. Окей. Двигаемся, продолжаем с тобой дальше. Там у нас какое место-то будет? Ну, я думаю, 85-е это заслужим мы с тобой. О, 79-е. Слушай, у нас с тобой 11... откатов, это чистых 5 боев. Чистых 5 боев. Котик. Слушай, я боюсь, не хватит нам. Не получится за 5 боев. А нам тут минимум нужно боев 7 выполнить. Хотя, если постараться. Нет, мы можем с тобой, конечно, за доллар купить еще 10 откатов. Тогда этого нам хватит. Ладно, давай посмотрим, как пойдут дела у нас. А там будет видно. Так, вертушка. О, шикарно. Давай, Лео, отжигай. Отлично, эти отдуплятся. Они отдуплятся, так мы добьем. Раз и два. Смотри-ка, живет и дышит. На тебе. Шикарненько, ребята. Ну что же, продвигаемся с вами дальше. Другого варианта нету. Как говорится, ни шагу назад, а только вперед. И с 79 места мы попадаем на 67. Вот так вот. На 67. И здесь я возьму, наверное, можно вот эту команду взять. Надо. Надо. Очки надо. Надо. Так что давай выберем его или ее. Раз, два. И тут возьмем Змейка Вьюна 70 уровня. Ну как, если вот чисто надо будет добить маленечко, то он сгодится. Поэтому его и берем. Так, ну что, влупляем. Саги начинает массово крутиться. К
Как вот, ребят, я не понимаю, вообще ни на кого, кроме вот Донателло. Донателло, конечно, в шоке пребывает, но тут он, конечно, без постепенного урона отнял очень много здоровья. Ты видел, да? Постепенный урон не повесил, но здоровье отнял достаточное количество. А у Донателло, наоборот, снял мало здоровья, но повесил на него постепенный урон. То есть это какая-то идет взаимная компенсация или как? Я не знаю, друзья. Как это можно вообще определить? Так, ну что, здесь мы с тобой возьмем Рональд. Нет, нафиг нам Рональд не нужен. Я возьму лучше Кирка. Потому что Рональд, ребята, видишь, майки здесь. Этот майки меня раздражает. Как-нибудь давай без него будем драться. Возьмем, наверное, с тобой вот тут Карайку. Ну, слушай, топовая команда у нас с тобой здесь собирается. И еще, кстати, не забудь, что нам должно хватить персонажей. А мы с тобой только на полтинчике висим. Нам нужно еще 5 боев сделать, да? Откатов не хватит, придется докупать. Так, тихо, еще главное, чтобы никто не упал у нас. О, замедляшка почти на всех, кроме двоих вот этих вот. Ну, Леонардо, конечно же, сейчас добьет всех. Тут к бабке не ходи, он это дело любит. И если бы даже не успел, Караечка потом бы следом шла бы и начала бросать кунай. Так что справились бы. Ну-ка, что у нас получается? 37 место. Слушай, ну это вообще классно. Еще у нас полноценных 2 боя наклевывается. И возьму-ка я, наверное, здесь Саха. Саха. Ну а почему бы и нет? Пускай будет Сах. Раз, два, три. Ну, я специально взял сюда майки, потому что от него особо толку нету. Именно в таких вот боях, где очень мощные, как говорится, противники. Потому что ты сам видишь, урон никакой. Делает Усаги нашу вертушечку любимую. Так, у Донателло очень много здоровья. Но я думаю, что справимся. Даже если выживет, постепенно урон его хлопнет. Это сделал Железноголовый. Отлично. Думал сегодня пойти в смятение с другого измерения, ребята. Но очень много еще нужно проходить. Хотя бы давай первую локу я пройду за кадром. Для того, чтобы мы уже с тобой вместе проходили вторую локацию. Второй круг, скажем так. Так, слушай, 21 место. Блин, неужели чуть-чуть не хватит, а? Будет немножко обидно. Евгений, а похож почему-то Евгения. Может, Евгений похож на мужика? Ладно, я возьму, наверное, Франциско Джавьера. Франциско Джавьера. Так, Рафаэля возьмем сюда. Секунду. Возьму Монда Гека и... Наверное, зря я взял, да? Армагона. Можно было бы и без него тут справиться. И так считай, топчик. Усаги плюс Лео и Рафаэль. Ну да, этого более было бы, чем достаточно. Ну, фиг с ним, перестраховался, ребята. А нам нужно просто еще с тобой как минимум 3 боя. Ну, не считая вот этого, тогда 2. Я это надеюсь на это. Тут, понимаешь, тут может быть не на 10 ступенек пролететь, а всего лишь на 2, как было вот в самом начале, когда мы с тобой перешли на этот ранг. 3 ступеньки пролетели, да? Ну-ка, смотрим, 10-ю позицию дают или какую? 6-ю. Тогда все, тогда, ребят, нам хватает. Подожди-ка. Какой нам хватает? Я что, белины, что ли, объелся? Не хватает нам ни шиша. Если я возьму даже Усаги, если... Хотя, подожди. Бакстер... Блин. Ребята, это риск огромный просто. Но от этого мне почему-то еще интереснее стало. Я просто сейчас хочу проверить, сможет ли Усаги сделать то, что я от него жду. Или же нет. Он без поддержки. А, тихо, 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 стой на месте. Так, кто тут будет следующим ходить? Вот, блин, они тут оба будут ходить. Я даже не знаю, давай попробуем. Выжил, да?
тихо, тихо, ребята. Есть контакт, так, минус двоечка. Выпускаем с тобой волну. Рокстеди, падай. Не хочешь, да? Да кого ж ты бьешь-то? Вот кого надо было. Нет. Хотя, погоди. Ох, ребята, ты посмотри, как у нас тут получилось. Я в шоке. 51 уровень, Раф. Выстоял. Две атаки 79 уровня персонажа. Это что-то, ребята. 79 уровня, ты представляешь? В плане, вы сейчас... А, так все, ребята, что я? Я думаю, почему-то я не перешел в следующий ранг. Мы с вами в топе, все. Выше некуда. Мы опять добрались до топчика. Так, что я хотел там насчет смятения? Смотри, ребят, у нас... Видите, первый круг еще не пройден. Вот я его пройду, а остается нам тут раз, два, три, четыре. Четыре боя, да, сделать. И мы с тобой уже пойдем когда по второму. Давай вот с тобой лучше крутанем рулетку одну. Могу же себе позволить. Пиццы еще, как говорится, хватает. Ну что, остановочка. Да чтоб тебе. Ну, ребят, ну это как специально. Это как... Нет, все, больше не буду крутить. Это бесполезно. Ну что, а завтра у нас с тобой будет испытание. Ну, саги против техники, и сама техника это уже платиновая. Так, ну что, теперь можно поднимать уровень персонажа. Сколько у нас там с тобой мутагена? Покажите мне, пожалуйста. 18 тысяч. Ну, конечно, на Рафаэля не хватит. Тогда мы с тобой поднимем немножко один уровень кому-нибудь из слабенького, да? Кстати, смотри, 82 ДНК здесь. Остается всего лишь сколько? 18 ДНК, да, и мы его прапаем. Здесь 20. Хм. Они все, ребята, около того, чтобы прапаться. Единственное, что у нас с тобой не хватает, это осколков. Вот с осколками просто беда. Тут 10 ДНК. Да, с осколками, конечно, очень тяжело. Ладно, что я тут рассусоливаю? Кого мы можем с тобой поднять? Ой, так, подожди-ка, сколько? 330 нужно, да? Ребята, у нас, кстати, на этой неделе... Ну, я имею в виду, эта неделя закончится, да? И мы с тобой персонажа прапаем. Пока, пока. Большинство голосует за Криса Брэдфорда. Потому что, говорят, это будет кощунство, если я его не прапаем. Потому что он, типа, с тобой очень давно. Он тебе очень сильно помогал, вручал. И как бы несправедливо, что он среди вот этих всех бизонов, которые появились позже, чем... Он до сих пор еще в золотом ранге. Так что, ребятушки, ваши голоса еще пока актуальны. Ну что, давай, кого переведем-то, ё-моё. Ну давай вон Кейси Джонса на один уровень. Пускай будет 35-й. Все, друзья мои, давайте-ка на сегодня будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.